Друзья, я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. Напоминаю, что мы идем в кругосветку и параллельно рассказываем обо всем, что связано с яхтингом. Сегодня мы затронем такую одну интересную тему, как вода. Вода на лодке. Вот эта баночка. Это баночка опреснителя. Сейчас он выглядит таким черненьким, некрасивым. За 4 месяца простое. А для того, чтобы его снять, у нас есть вот такой съемник фильтров. И я его всегда специально держу как раз рядом, чтобы его не искать. Ну, итак. Мы его сейчас продеваем, одеваем и откручиваем. Перед этим мы закрываем вентиль, который мы, естественно, забыли закрыть. Короче, теперь моя любимая часть. Его надо снять так, чтобы не задохнуться. Предупреждаю. Хотя не могу сказать, что он совсем печальный. Я думаю, что... Мы его, конечно, использовать больше не будем, но я не могу сказать, что этот фильтр как-то совсем убитый. То есть он... Стенки грязные, стенки мы сейчас помоем. А, собственно, сам фильтр. Мы, конечно, используем новый, но этот нормальный. У нас есть новый фильтр. 5 микрон. А, нам нужно будет его сейчас намочить. Потому что, если его не намочить, через него опреснитель будет очень долго продавливать воду. Вот сюда мы сейчас нальем воды. Я налил сюда соленой. И мы выдержим этот фильтр немножко для того, чтобы он впитал в себя воду. Потому что это, как я уже говорил, будет достаточно сложно реализовать. И просто займет больше времени. А теперь мы эту всю колбу накручиваем в ее посадочное место. Нужно смотреть, чтобы верхушечка самого фильтра правильно оделась в свой паз. Все, накрутить. Накрутили. А теперь мы его подтянем. Все. Теперь открываем вентиль. Готово. Оставляем его на 15 минут. Он стоит, набирается воды. А с этой частью у нас, наверное, уже все. Дальше мы будем уже запускать сам опреснитель. И я покажу, как работает сам компрессор. Вот этот компрессор, который создает давление. Нагнетает, создает давление в контуре. Вот сам контур. Я не знаю, что видно, не видно, но не важно. Вот. И давление воды, соленой воды забортной, переходит вот в эту мембрану. Вот это двухконтурная мембрана. Создается давление, и соленая вода продавливается через мембрану. Сечение воды, сечение мембраны меньше, чем молекула соленой воды, но больше, чем молекула пресной воды. Поэтому через мембрану продавливается соленая вода. И остается пресная, и пресная дальше идет в бак. То есть вот эта мембрана, это собственно то, что делает нашу питьевую воду. Сейчас опреснитель на 12 вольт. Вот включился сам двигатель и начинает создавать давление в самом контуре. А здесь это выглядит так. Регулятор 12 вольт, мы его включаем, и я начинаю крутить регулятор давления. Я думаю, что это займет какое-то нормальное время для того, чтобы прокачать всю воду. Потому что у нас новый фильтр, и ему нужно просто эту воду подтянуть в саму систему. То есть это может чуть-чуть занять времени. О, пошла. Вот вода, создается давление. Постепенно. Ждем. Это достаточно длинный процесс. Обычно он занимает где-то минут 5. Хотя нет, все не так печально. Вот стрелочка уже пошла наверх. Вот здесь видно, как из системы выходит воздух.
Нам нужно дождаться до того момента, когда вот эта стрелочка выйдет на зеленую зону, и регулятором держать в этой зеленой зоне давление. Если держать его в той зоне, в которой он сейчас, в оранжевой, ничего он не будет качать, а в красной он просто свалится на ошибку, потому что давление будет переполнено. Ну вот, ждем. Напоминаю, что у нас десалятор, это WaterMaker, он делает питьевую воду. Я не знаю, как это они делают, но в инструкции написано, что это именно не десалинат, не опресненная вода, а именно drinking water. То есть это фирма десалятор и делает данное устройство 60 литров в час. То есть работает от 12, 24 и 230 вольт. Это очень универсально, очень удобно. И вот сейчас мы сделали всего 600 часов. Вот сейчас у нас давление в зеленой зоне. Но мы подождем, когда оно начнет ползти дальше в красную, мы начнем уменьшать давление. Потому что пока это еще не рабочее давление. Вот видно, здесь горит лампочка Pure Quality. Это значит, еще вода не работает правильно. То есть еще не получается пресная. Когда будет пресная, будет good quality. Пока ждем. И вот сейчас у нас идет регулировка давления. Его нужно будет выставить. Оно еще какое-то время будет прыгать. Вот вы видите, когда выгоняется воздух, то давление вроде держится, но оно может там уехать влево, уехать вправо. И пока выгоняется воздух, идет poor quality. Все, перешло в good quality. Сейчас он довыгоняет весь воздух из системы. Такая регулировка занимает где-то пару минут, пока точно не выставишь давление на зеленой зоне. То есть чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше. Это достаточно муторный процесс и иногда напрягает. То есть если нужно рулить и ты один, то идешь и занимаешься этой фигней, но на 5 минут у тебя есть развлечений. А теперь, что будет, если мы ошиблись и выдали давление неправильное? Вот смотрите. Пошло давление в красную зону. Все, свалился в алярм. И все, сработала защита, выключился компрессор. Выключаем и перезапускаем систему по новой. Ну вот я вам только что показал, как пользоваться опреснителем, как работает вся система, что позволяет нам довольно комфортно жить на лодке, которая находится в автономном плавании. Хотел еще вам рассказать одну маленькую историю о том, как мы переходили Атлантический океан. Когда мы прибыли на Тенерифе, мы начали запускать опреснитель, потому что в Средиземке он нам не нужен был. Через каждых 20-50 миль марина зашел, залился воды, полный бак, все этого достаточно. Это намного проще, чем запускать и делать воду. Вот, на Тенерифе включаем воду, набирает полный бак соленой воды. Сняли мембрану, брак мембраны, гарантия. Отправляем на завод, приходит мембрана рабочая. Собираем, гонит соль. Вот так мы переходили Атлантический океан. Опреснитель у нас не работал. 5 человек на лодке, 2 литра в день воды. Короче, мы на одном баке перешли всю Атлантику. Потом на Мартинике оказалось то, что когда в Бенито собирали опреснитель, они своими кривейшими руками собрали трубку соленой воды, они запустили в бак, а трубку пресной воды слив за борт. То есть я ничего не буду говорить. Пускай людям из Бенито в этом плане будет стыдно, потому что я понимаю, что это человеческий фактор, но такие вещи, мне кажется, нужно проверять. Друзья, спасибо за то, что были с нами на нашем канале «Капитан Герман». Мы и дальше будем продолжать снимать, рассказывать вам о яхтенных аспектах, о том, как это происходит все на воде, о техническом устройстве лодки и так далее, и так далее. А для наших новых зрителей оставайтесь с нами и становитесь частью нашей большой яхтенной семьи яхтсменов по всему миру. До встречи в море, пока!